Добрый день, Подмосковье! Добрый вечер, Хабаровск! Всем здравствуйте! Приветствую вас в Домодедове на стадионе «Авангард» на матче 31-го тура МЛБЭТ Первой лиги, в котором местный «Велес» принимает хабаровский «СКА». Мы уже, очевидно, на финишной прямой нынешнего сезона МЛБЭТ Первой лиги, и встречаются сегодня команды, которые расположены во второй половине табеля о рангах. Однако мяч останется у Валерия Почевалина. Очень статично, отметим, обороняются хабаровчане впятером вдоль линии вратарской. Подача, штанга, гол, 1-0! 1-0 Джамал Дибергаджиев! Опять сработала вся эта история. Опять нашли Дибергаджиева. И открывает он счет к радости местной трибуны. Да, честно говоря, я сомневался в умении Джамала Дибергаджиева так высоко ногу задирать. Однако с гибкостью все в полном порядке у этого мощного нападающего. Хорошая подача слева от штанги. Вгоняет мяч в сетку чужих ворот. 1-0. Первый по факту голевой момент в матче, да? А вот такая скидка неплохая. Вот Алиева ускоряется, Жанна Шарль. Момент узка, удар по воротам. И это первый реальный шанс для хабаровчан отличиться. Уже в падении, уже заваливаясь на газон, ткнул мяч. И вуареец, но в створ ворот не попал. Возможно, не самое высокое, но достаточно безопасное место. Оно в одночасье может превратиться совсем не в такое. Смирнов! Прострел на Дибергаджиева. Момент у Велеса. Джамал протыкает мяч мимо Ислама Имамова. Не было ли фола в действиях голкипера? Хорошая получилась контратака. Классная передача низом за спину Анисимову. Все грамотно исполнил и Смирнов, который мячом наградил Джамала Дибергаджиева. Вот и Жан Шарль, который появился в составе хабаровчан по ходу текущего сезона. Тоже целую россыпь моментов тут получал и реализовывал. И далее удар с дистанции с рикошетом сопряженный. Петр Косаревский предпочитает небольшую паузу выдержать и некую лекцию прочесть. Передачи через левый край от Валерия Почевалина. В эту зону перемещаются Джамал Дибергаджиев и Анисимова. Спокойно проходит удар с острого угла. Но кто бы понял Ислама Имамова, если бы он такое пропустил, правда? Атака крылатых быков, заброс от Почевалина из глубины. Его тоже сегодня можно отмечать за хорошую работу. И это подача вперед, и эта скидка становится последними событиями матча 31-го тура «Велес-СКА Хабаровск».